Вы смотрите видео об отеле Adagio Access Ferry Sport de Charenton. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Adagio Access Ferry Sport de Charenton расположен в стране Франция в регионе Париж и относится к классу гостиниц с числом звезд 2. Апарт-отель находится у границы 12 округа Парижа в городе Charenton-le-Pont, в спокойном респектабельном районе, в непосредственной близости от Винсентского леса, рядом с апарт-отелем есть супермаркет, кафе и рестораны. Отель расположен в 450 метрах от станции метро Либетей, линия 8, по которой без пересадок примерно за 25 минут можно доехать до центральных станций Парижа и станции Опера, с которой начинается большинство групповых экскурсий. На территории отеля имеется фойе, кондиционер в отеле, парковка. В номерах есть общее количество номеров, 133, номера для людей с ограниченными возможностями, ванная комната, кухонный уголок. Номерной фонд отеля состоит из Studio 1 Pax, комната с одноместным диваном, ванная с ванной или душем, туалет. Studio 2 Pax, гостиная с двухместной или двумя одноместными кроватями, письменный стол, ванная с ванной или душем, туалет. Два Rooms 4 Pax, гостиная с диваном, кроватью, спальня с двуспальной или двумя односпальными кроватями, ванная с ванной или душем, туалет. Год постройки гостиницы – 2007. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.